Всем привет! Сегодня 17 мая 2024 года. Мы на территории городской клинической больницы. Идем к терапевту получить направление на сдачу крови. Вчера последний день был в областной клинической больнице. Вот посмотрите, кстати, план расположения здания на территории АБУЗ городская клиническая больница номер 3 города Иваново. Вот тут как раз 2 это детская поликлиника, 3 это гараж, 1 это административное здание, детская площадка, 4 это поликлиника номер 3 и 5 это стационар. Вот стационар вот здесь находится, посмотрите. Стационар здесь. И Успенский храм вон там вдалеке виднеется. Смотрите тоже. Сейчас вам покажу. Вот это сама поликлиника с обратной стороны. Административное здание. Там вот аллейка такая, детская площадка. Это прогулка такая у нас получается по территории 3-й городской больницы. Давайте вот Успенский храм покажем вам. Так. Небольшая площадь, вы видите, да? Небольшая площадь, но я думаю, кто живет в этом районе, часто здесь бывает. Вот сама приемное отделение. И вот Успенский храм с той стороны. Все. Подписывайтесь на канал Неволейбол. С вами был Евгений Боярченков. До новых встреч. На этом мы и завершаем нашу прогулку по территории 3-й городской больницы. Вот здесь вот. Будет последний кадр. Все. До новых встреч.